кошки и собаки, попугаи, морские свинки, кролики, канарейки. Все эти милые животные уже много веков живут рядом с нами. Но хотя наши отношения имеют очень давнюю историю, ведь мы так мало еще знаем об их желаниях, их ощущениях. И вот специалисты в рубрике «Люби и помни» расскажут вам, как, не причиняя вреда животному, вашему питомцу, сделать его жизнь у вас в доме здоровой и счастливой. Все знают про футболку. Что белочка и в сказках, и везде, и но все, но еще есть младшие братья белки. Это сони. Вот сегодня мы поговорим о сони. Сони сами по себе очень интересные животные. Это один из представителей мелких грызунов. Вот в нашей студии лесная соня и карликовая африканская соня. Эти все сони были выведены в домашних условиях. Ко мне они попали совершенно случайно. Случайно я пробил сначала африканские сони, мне очень понравились они. И, ну, потому что они симпатичны. И, ну, это действительно маленькие белки с большими хвостиками, которые лазят по деревьям. Эти животные очень просто разводятся в домашних условиях. Если правильно подобрать пару, взять клетку и, так сказать, сделать там маленький лес, то за этими соньями очень интересно наблюдать. В то же время хорошо бы, конечно, поставить там какой-нибудь или скворечник маленький, или какую-нибудь маленькую коробочку, чтобы они там прятались. Но дело в том, что это животные сумрачные. И, так сказать, основную их активную жизнь можно увидеть только вечером, когда садится солнце. Африканские сони, естественно, название этих животных говорит само за себя. Они обитают в Африке. По содержанию и разведению эти сони напоминают, в принципе, один вид напоминает другой. Я случайно приобрел лесных соней. Это сони, которые живут в России. У нас их живет 4 вида. Самку и самца. Сделал им клетку, сделал удобный домик. И там вот у меня вывелось 3 ребенка. При содержании надо учитывать одно обстоятельство, что эти животные не только зерноядные, но и насекомоядные. В домашних условиях сонь кормят разнообразными кормами. Чем корма разнообразнее, тем лучше. В состав входят любые фрукты, овощи, плюс орехи, семечки, а также надо давать насекомых. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пишите в интернет-журнал.